Привет, дорогие друзья, Фикс Прайс, Калантай 24, Санкт-Петербург. Ну что, друзья, все наладилось, все теперь в магазине есть, и даже стали привозить новинки, декор и так далее. Давайте начнем с красивых коробок. Ящик для необычного оформления букетов цветов, подарков, размер 15×24, высота 28 сантиметров. Он больше, чем были предыдущие. Состав HDF, картонно-ламинационная пленка. К исполнению никаких вообще претензий нет. Выполнен просто отлично. Мне вот понравился особенно вот этот ящик. Можно еще использовать для рукоделия или для каких-то мелочей. Произведено в России, в городе Москва. Вот показываю все ящики, которые у нас есть в наличии. Цена 249 рублей. Жидкое мыло с дозатором, три вида, производитель Санкт-Петербург. 500 мл стоит 79 рублей. Молоко и мед, персик и клубника со сливками. Везде есть в составе глицерин. Цена 79 рублей. Жидкое детское мыло, два вида привезли, натуральное и с ромашкой. 500 мл 55 рублей. Также привезли антибактериальное жидкое мыло «Абсолют». Грейпфрут и бергамот и с маслом оливы. 64 рубля по карте. Влажные антибактериальные салфетки 20 штук. 19 рублей 60 копеек. Гель для стирки детского белья и деликатных тканей. Работает как два в одном. Гель для стирки и кондиционер. Можно использовать для ручной и машинной стирки. Произведено в России, город Москва, 1 литр, 99 рублей. Кислородный пятновыводитель мягко удаляет въевшиеся пятна, не повреждая структуру ткани. Изготовитель Республика Корея, 150 граммов, 79 рублей. Отбеливатель с активным кислородом не содержит хлора, а также пятновыводитель бережно отбеливает изделия из шерсти, шелка, вискозы, хлопка, а также набивных тканей. 800 граммов, 99 рублей. Концентрированный гель для стирки Бимакс для цветных тканей с умными энзимами. Кило 200. 200 рублей. Новинка концентрированной гели для мытья посуды российского производителя «Ромашка» и вторая бутылочка «Алоэ Вера». 450 мл, 59 рублей. Гель для мытья посуды без красителей и ароматизаторов с органическими маслами. Три вида. 900 мл, 99 рублей. «Россия». Для чистки одежды с принтованными сменными листами 60 штук. В защитном чехле прозрачном эргономичная ручка. Производитель Санкт-Петербург, 79 рублей. Такое мыло с маслом авокадо. 1,5 литра. Цена по карте Fix Price 127 рублей. Или для стирки АОС 1,8 литра, 249 рублей. Кондиционер для белья с насыщенным многогранным ароматом риса. 1,4 литра, 79 рублей. Универсальное средство для мытья полов «Чистин» с ароматом «Нежная роза». Не требует смывания. 1 литр, 79 рублей. Привезли коврики, называются «Принт», 50 на 76 сантиметров. Ворс – полиамид, а низ – искусственный войлок. Вот такие есть расцветки. Все... Тон одинаковый, такой бежево-коричневый. Есть цветочками, с полосками. Санкт-Петербург, 199 рублей. Классный органайзер для косметики и аксессуаров. Крутящийся, дно совершенно не скользкое, противоскользящее. Можно также использовать для баночек со специями. 249 рублей. Детские кепочки с рожками, с ушками, однотонные, цветные, панамки с резиночками. Все сделано из хлопка. Цены того года 199 рублей. Женские тапочки с открытыми пальчиками. Вот такие комбинированные расцветки. Очень симпатичные. Их очень хорошо сделаны. Сделаны в России. Верх и подкладка полиэстер. Подошва сделана из эва. Очень легкие. 249 рублей.
Отличные женские носочки привезли. Резиночка у всех белая, и на них ножницы. Как всегда, море расцветок. Посмотрите, какие нежные сочетания. Очень красивые носочки. 67 хлопок и полиамид. Производство Китай. Размер 36-40. 79 рублей. Форма квадратная для запекания с ручками на литр 600. Жаропрочное толстое стекло. Выдерживает температуру до плюс 300 градусов. Произведено в Чешской Республике. 299 рублей. Никс. 12,5 сантиметра в диаметре, натрий, кальций, силикатное стекло. Россия, 55 рублей. Тарелочка 19,5 сантиметров, тот же производитель, натрий, кальций, силикатное стекло. Отлично сделано, 55 рублей. Катерть колорит с бейкой, 135 на 110 сантиметров. Привезли очень симпатичные расцветки, вот такие розы на бледно-сером фоне. И вот такие скатерти. Производитель России, город Москва. Цена не изменилась. 149 рублей. Цикорий растворимый, порошкообразный. Состав экстракт цикория. Произведено в России 150 граммов. 59 рублей. Напиток натуральный, растворимый шиповник. Очень полезный, укрепляет здоровье. Состав шиповник порошкообразный. Россия, 79 рублей. Композиция пасхальная, 9 на 8,5 сантиметров. Они все разные. Цветочки, яйца на такой подставочке. Состав пенопласт, полиэстер. Цена 79 рублей. Сувенир пасхальная курочка, 10 сантиметров высота, сделана из доломита. Вот обнаружила три цвета курочек, 55 рублей. Яйца декоративные, пасхальные, 6 штук. Они разные, с цветочками, с ленточками. Цены, к сожалению, пока не было. Друзья, спасибо вам большое за внимание. И посмотрите, какая у нас погода. У нас опять пришла зима. Мороз, вьюга, сильный ветер, очень холодно. Это почти на неделю такой прогноз погоды. Ну, а теперь Масяня. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока. И ручки сложил. Да? Ты моя красавица. Масянище. Масяня. Вниз.